крупнейшая трагедия в истории отечественного профессионального спорта. Основной состав одной из лучших хоккейных команд России погиб в авиакатастрофе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». Дай мне ключ. Я отдал все, что мог. Больше мне нечего было отдать. Тебя мира мало, я тебя мира! Опаснейший момент! Димитра! 3-2! Всегда быть хорошим человеком, и все будет замечательно, везде будет хорошо себя чувствовать. И все с тобой будут нормально относиться к тебе. Ох, какой гол! Это Ткаченко, фантастический гол! Теперь позволяет Александр Калянин 5-4! Дубль Калянина и победа в Хоккеисты пришли в «Локомотив», вся команда. Прошедший сезон был удачным для ярославского «Локомотива». В первой игре нового сезона команду ждет встреча с сильным соперником. На ледовой арене в Минске «Локомотив» сыграет против «Динамо». Вы что смотрите? Работаем! Будем чемпионами. Только Лока. Только Лока. Ярославля рухнул пассажирский самолет Як-42. На его борту, помимо членов экипажа, была практически вся команда местного хоккейного клуба «Локомотив».